вечера завершился матч «Химик-Металлург-Кузнецк». В упорной борьбе победу праздновали гости. По традиции, Анатолий Андреевич, сначала оценка игры тренера гостей. Я хочу поблагодарить ребят, сказать спасибо за игру, что тяжелая очень была поездка, дорога была. 22 часа добирались, и я думаю, что по первому периоду мы имели полное преимущество, должны были решать. Ну, не забили, а потом в третьем, да, у нас немножко силы закончились, соперник имел преимущество, но хорошо, что сыграли по счету и довели игру до победы. Спасибо ребятам еще раз. Ну, не так мы хотели закончить домашнюю серию. Вот, настраивали ребят, знали, что команда приедет с выезда, из Китая, добираться будут. Ну, проспали первый, второй период, вот, и заслуженно проиграли. Ну, а в третьем периоде были моменты. Где-то удача отвернулась, ну и хорошо сыграл вратарь соперников. Коллеги, вот, Анатолий Андреевич, такая серия из побед, в чем секрет, скажем так? Ну, вы знаете, я принял команду уже в сентябре, и надо было привести к общему знаменателю. Наверное, сложился коллектив, и та работа, которая была проделана, дает свой результат. Станислав Анатольевич, а тяжелая выездная серия стоит? Как будете готовиться? А у нас сейчас, когда я принял команду, все тяжелые игры, поэтому спокойно будем готовиться к выезду, время есть. Вот, поэтому ни одной игры не было проходной. Вот, мы или выигрывали в одну, ну, вот последнюю игру. В две шайбы. А так все игры очень сложные. Соперник серьезный. Коллеги, еще вопросы? Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.